Из центра Англии, с арены Гудисон Парк в Ливерпуле. Мы – это Георгий Черданцев и Константин Генич. Два часа футбола высшего качества. Вашему вниманию. Сегодня Эвертон встречается с Борнмутом. На экране состав команды хозяин. Сильное нападение, быстрые фланги, надежная оборона. На расстановке все именно так. И свисток останавливает игру, офсайд фиксирует линейный арбитр. Прозвучал свисток, и это значит, что развития атаки уже не будет. Офсайд. Передаю слово своему коллеге Константину Геничу. Что ты можешь сказать о команде хозяин? В середине таблицы расположилась команда. Сезон заканчивается. И что, надо бы попрощаться с болельщиками парочкой красивых побед. Отлично сыграно, надо решать. О, классный пас, можно двигаться дальше. Потрясающий шанс, который, конечно, надо было использовать. Такой выход один на один — это просто подарок команде, а вратарю даже и не пришлось напрягаться. Обратный пас очень быстро сыгран. Тащит мяч вперед он. Мяч покинул пределы поля. Идриса Гейе. Не закончился еще момент. Опасно может быть. Нужно забивать и выходить вперед. И счет в матче открыт. Отлично они начали. Быстро решили забрать игру себе. И гол в этом, конечно, плане лучший помощник. Здрасте, пожалуйста. Согласен. Форвард сейчас просто взял и съел защитника. Это может быть опасно. Есть варианты развития атаки. Вот это удар. Отличный сейв вратаря. Тео Уокер. Есть тут возможность к воротам убежать. Смещается в центр. Это может быть опасно. Нет, не попадает он в ворота. Да, пока рано делать выводы, но команда проигрывает. И разбрасываться такими моментами все же не стоит. Ку-ку, чужие ворота в другой стороне. Ица. Тео Уолкот. Дженк Тасун. И вперед он идет. Навес в центр штрафной. Потрепал он нервы вратарю и защитником таким ударом. Да, он действительно классно пробил головой. И если бы мяч попал в угол, скорее всего, был бы гол. Но мяч прошел рядом со штангой. Нет, не дошел этот пас до адреса. Это может быть опасно. Отлично. Боласи. Мяч в руках у голкипера. Можно было пробить и получше. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Бить можно и забивать! Спасает команду голкипер. С очень хорошей позиции удар наносился, и каким-то чудом вратарь вытаскивает мяч. Это может быть опасная атака. Штрафной подачи, и есть там кому сыграть. Удар поворотом. Вратарь спасает, но эпизод еще не окончен. Это, конечно, не стандарт, но и из аута можно извлечь выгоду, особенно так близко от чужой штрафной. Вот это да! Отлично сыграно. Дженк Тасун. Дэвид Класс. Отлично сыграно, надо решать. Две минуты еще играть, именно столько добавляет судья. Может получиться интересная атака.
Разгадали замысел соперника, они из 1-0 после первого.